Количество станций Бакинского метрополитена в рамках новой концепции развития в будущем будет доведено до 76 с нынешних 25. Только до 2025 года планируется строительство 12 новых станций. Об этом заявил председатель закрытого акционерного общества «Бакинский метрополитен» Заур Гусейнов на мероприятии, посвященном 50-летнему юбилею метро. По его словам, с целью улучшения качества обслуживания пассажиров за прошедшие 17 лет было приобретено 116 новых вагонов. Между тем, работы по обновлению вагонного парка и организации движения поездов продолжаются. Новые соглашения Бакинский метрополитен планирует заключить с российской компанией «Метро Вагонмаш». 800 тысяч человек в день – это большая величина. 30% всего пассажирооборота городского – это приходится на метрополитен. Поэтому направление, взятое на современные технологии, это очень, по-моему, правильное направление. Результаты, цифры говорят, там цифры не обманешь. Поэтому я очень рад, что Бакинский метрополитен идет верным, хорошим курсом и получает, самое главное, хороший результат.